Морик на связи, дамы и господа. Сегодня играем в Sonic Mania Plus. Так, тут есть несколько персонажей. Мы поиграем за Соника и Тейлза. Погнали. Рубин иллюзии из Форсеса? Или рубин иллюзии попал в Форсес? Пофиг. О, не, Гринхилл. Да что, Гринхилл-то нам? Ты, вы помните, я уже как-то записывал эту игру. Еще где-то в 2017 году без микрофончика. А может даже в 18-м году, я, честно говоря, не помню. Записывал без микрофончика. Чисто геймплей. Ну, понимаете. Но пока получается неплохо, даже урном не получаю. Не получил, точнее, пока еще. Но чувствую, скоро мне я его получу, да. Так, тихо. Вот еще чуть-чуть, и я бы сейчас точно получил урон. Отлично. А, мы собрали суклет. Not bad. Так, Тейлз, вернись. Да, блин, Тейлз. Не умирай, иди сюда. Ты мне нужен. Я Тейлз. Тейлз. Да что ж такое-то? Вот никогда не получалось с первого раза запрыгнуть. Красава. Создавать одно кольцо. И ни одного удара. Что-то слишком... А, нет. Да что ж, только тут неудобно управлять, вы не представляете, как неудобно здесь управлять. Так. Осторожно. Такие здесь классные птицы. 3D-шно-мультяшные такие. Там-там-там-там-там-там. Музыка очень классная. Кольца кончаются, кольца нужны. Да блин! Кольца, больше колец. Нужны кольца, черт тебя подрал. Извиняюсь. Поднимите это. Нет, 8. Нет. Так, давай. Кольца. Пропустил кольца, дурак. Так, все сделаем. Да почему ты не перепрыгиваешь через не ведь? Блин. Да, блин. Фаер-шелл. Молдер. Нет. Ну почему? Потеряли мы фаер-шелл. Он был хорошим союзником 15 секунд. Пофиг. Так, тут чё? Я здесь никогда не был. Только не говорите, что здесь писаешь. Окей, давай сделаем это снова. Соник ловит на нулу, он что, сбегает с зоны 51? Там, это шутка уже не актуально. Невидимую стену. Блин, что такое происходит? Ну кто это? Кто это? Зачем? 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 Зачем ты это сделал? Ну хотя бы континиум заработал. Уже спасибо. Континиум здесь пригодится. Здорово, Эгман.
Чё, как у тебя? Всё классно, да? Я очень рад за Эгмана. Ух, нет, всё классно. Интересно, почему он... Почему ноги не наносят урон? То есть я могу просто стать здесь и бить его. О! Вау, уи! Так, иди сюда. Иди сюда, я сказал. Тайлз, давай нажми. Красавчик, Тайлз. Фух. Пока все складывается очень даже неплохо. Но я думаю, что моя радость скоро утонет, потому что впереди у нас Chemical Plant. Мой нелюбимый Flying Battery. Ненавижу Flying Battery. Нет, Flying Battery так-то нормальный уровень, там, с боссами все в порядке. Проблема в другом. На Flying Battery вот этот босс-паук. Я просто не могу его пройти, мне не получается его. Я думаю... Офигенный музон. Мне очень нравится этот ремикс. Ай-яй-яй, да бляха-моха. Я здесь не будет этого момента. Когда я умираю. Нет, он случился. Все, это к неудаче. Я хочу чекпоинты брал. Твою же мать. Нет, только не это. Почему они это добавили? Я ненавижу этот момент. Так, ладно. Ты ведь когда-то это прошел за Тейлза, хотя за Тейлза ты мог плавать, так что это не считается. Нет. 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 Но это еще пока цветочек, это еще пока нормально. Вот здесь... Нет, Тейлз. Нет. Очень понял. Уже босс. Да, что такое, извиняюсь. Тейлз, хватит прыгать. Тихо. Так, осторожно, осторожно. Не, да пофиг на осторожность. Бьем его. Мне кажется, ему один удар остался. Там же кто-то умер, и он все еще прыгает. Почему? Я слышал звук смерти. Точнее, ну да, звук смерти. Я говорил, два удара это осталось. Ему один удар остался. Хватит прыгать! Ты чё прыгнул? Тейлза мне. Тейлза мне. Вот, он только что снова умер. Тейлза мне. Спасибо. Такие добрые. Пидоры, разработчики. А, да, босс файт с Эгманом. Ну, я обожаю Тетрис, что быстро пройдет уровень.
ладно, пофиг, я выиграл. Я за кулом, за... Я за бестом говно просто, полно, вообще, просто. Oh yeah. It's muffin time.